Здравствуйте, друзья! В эфире «Дачные советы». Пока погода позволяет, поработаем вместе в саду. Что я сейчас делаю? Вот кусты смородины. Я их обрезала, убрала лишние мышиные хвосты, мелкие побеги, оставив только крупные нулевки, и некоторые старые удалила. Где-то по 3-4 ветки. Каждый год, спустя 5 лет, можно обрезать. Вот те, которые имеют темную окраску, как правило, они поражены стекляницей. Вот этот черный проход вы видите. И такие ветки нужно обязательно сжечь. Выносите на кострище и сжигаете. Что дальше делаем? Поскольку все участки заражены такими заболеваниями опасными, как антракноз, ложная мучнистая роса и так далее, обязательно всю опавшую листву из-под кустов смородины удаляйте. Часто в книгах пишут, надо не удалять эту листву больную, а фитоспорином пройтись, побрызгать, и все будет отлично. Не верьте, через личный опыт все пропустила. Этим болезнь не остановите. Приходится ее прижигать серьезными фунгицидами. И все лето мы говорили, сколько раз, 5-6 раз надо обрабатывать кусты смородины, чтобы они у вас были хорошо плодоносящими. Иначе ничего не останется в саду от черной смородины в первую очередь. Если была парша на яблонь, вот на этой яблоне в прошлом году со стороны поленницы, там, где нет солнца, тоже было немного парши на листьях, и даже на яблоках появились черные точки. Значит, в этом году я сделала побольше обработок препаратом Скор. Приходится обрабатывать такие яблони, которые больны ранней весной. Медным купоросом или железным купоросом прижигаете. Перед цветением, после цветения, затем после завязывания плодов и после сбора плодов. 6 обработок, 6-7. Для того, чтобы отстоять яблоню. В этом году чистые, красивые яблоки были. Лист красивый. И все-таки я не рискую. И все-таки я сейчас весь лист, вы видите, убираю и сжигаю. Инфекции так много. А год-то был влажный. 3 месяца лили дожди, и не было солнца. Соберем все листики с Алексеем. Да, Леша? Отнесем, сожжем. Видите, какой порядочек стал. Я надеюсь, что вы уже опрыскали все кустарники плодовые, деревья, железным или медным купоросом. Спрашивают до сих пор, можно сейчас обработать. Припоздали, не делали этого. Только что ваш журнал прочитали об этом. Можно до тех пор, пока не замерзнет вода, раствор в опрыскивателе. То есть положительные температуры должны быть днем. И обрабатывайте на здоровье, раз до сих пор этого не сделали. Обращаю внимание дачников. В этом году приходилось еженедельно опрыскивать овощные, плодовые культуры, поскольку год был тяжелым, со вспышкой многих видов заболеваний. И как спасает вот такой опрыскиватель хороший? Купите зимой, скопите деньги на такой инвентарь. Зарядили, вот сюда 16 литров входит вот в этот бачок. Зарядили! Нажали кнопочку, и больше не надо подкачивать, снимать, снова одевать, пока не кончится 16 литров раствора. Красота-то какая! Помощь какая, особенно женщинам. Как я нервничала всегда, снимаешь опрыскиватель, качаешь, снова одеваешь. Прошла минута 3, максимум 5, опять давление падает, снимаешь, снова подкачиваешь. Ну, каторга сплошная. А это гуляешь по саду, долюбуешься. Не спеша, потихоньку. Грамотно, аккуратно и очень хорошо смачивай все. Так что вот направляю вас сейчас в магазин Комякову Владимиру Александровичу. Кстати, вот спрашивали на прошлой неделе, где найти семена гибрида корнабель у томатов. У него же. Вы невнимательно читаете мой журнал. Там было сказано, где этот прекрасный гибрид можно закупить. Ходят по всем магазинам и спрашивают. Я же все пишу в журнале.
чего не успеваю сказать в передаче. Вам слово, Владимир Александрович. Спасибо за семена перца. Теперь это мой любимец Помпео. Здравствуйте, уважаемые дачники. Многие из вас задаются вопросом, где же найти хороший опрыскиватель, чтобы было легко и удобно работать. Мы предлагаем вашему вниманию аккумуляторные опрыскиватели на 5, 8, 10, 12 и 16 литров. Необходимо только зарядить аккумулятор, а все остальное он сделает сам в лучшем виде. Причем одной зарядки хватает на 200 литров раствора. Нажимаете на кнопочку, и начинается опрыскивание. Облако водяной пыли надежно обработает ваше растение. Уверена, что это будет самый лучший и самый любимый опрыскиватель в вашем саду. Напоминаем, что не за горами новогодние праздники, и вы можете сделать полезный подарок для своих близких и сотрудников по работе. Предлагаем суперновинку 2018 года. Это ультраранний томат DTIR-1. Это очень урожайный томат розового цвета с крупными плодами 250-400 грамм от первой до последней кисти. Красивая плоско-круглая форма, сахарный на разломе, великолепный вкус. Это то, чем этот томат выгодно отличает от других ультраранних гибридов. И еще одна новинка – это огурец-лютояр. Великолепный урожайный крупнобугорчатый огурец размером 10-12 сантиметров. Устойчивый к капризам погоды, он отлично завязывается при высоких температурах, а при похолодании продолжает активно развиваться. Даже во втором обороте, когда становится день коротким, этот огурец показывает высокие результаты. А еще не стоит забывать о старых добрых сортах, которые выращивали наши мамы и бабушки. Эти сорта незаслуженно забыты под напором новых импортных гибридов. Предлагаем вашему вниманию семена томатов старой, но надежной селекции, которые были и остаются самыми сладкими, самыми сахарными, с настоящим помидорным вкусом. Это такие сорта, как крымская роза, глаша, хурма, злата, фейерверк, болото и много других. Их можно выращивать как в открытом и закрытом грунте. Очень рекомендуем вам не забывать про эти сорта. Не забывайте также про цветы, тем более, что некоторые из них, иустомы, дельфиниумы, уже скоро сажать. Обратите внимание на великолепную ампельную петунию серии Tidal Wave. Огромный пушистый куст просто поражает своей красотой и цветом. В ассортименте нашего магазина также широкий выбор профессиональных препаратов от болезней, от вредителей и серия профессиональных удобрений. Более полную информацию об этих препаратах и удобрениях мы расскажем в следующих программах. Желаем вам удачных приобретений, а мы всегда будем рады вам в этом помочь. Магазин «Капельный полив» предлагает более 1000 сортов овощных и цветочных культур российской и зарубежной селекции. Лучшие новинки 2017 года – томаты «Любаша», «Царское изобилие», «Пинкмани», «Золотое малиновое чудо», огурцы «Шоша», «Сибирская гирлянда», «Уникальный» и многое другое. Наш адрес – город Самара, улица Минская, 25, телефон 269-11-32. Итак, смородину обрезали, лист убрали. Следующее мероприятие. Теперь можно, после того, как деревья и кустарники уснули, закончился на них листопад, рассыпать толстый слой органики. Я беру жигулевское удобрение, 50 литров мешок, на 5 кустов смородины будет неплохо. Есть возможность, можно и побольше дать. Давай, Алексей, рассыпай толстым слоем под каждый куст. Вот сейчас все это высыпем под кусты. Это же и удобрение. Это питание на весь следующий год червякам и микробам, поскольку здесь, видите, что содержится в этом удобрении. Лузга от злаковых культур, подсолнечника от семечек, тоже лузга, шелуха, куриный помет. Здесь есть фитоспорин для обеззараживания почвы. Потолще слой сделали, это не только будет питание, но и мульча.
Кроме того, вот из такого толстого слоя мульчи весной не смогут выбраться вредители, которые окуклились осенью и ушли на зимовку в почву на глубину до 5 сантиметров. А сделаем еще мульчи 5 сантиметров, а еще лучше 10. И оттуда уже они не выберутся. В частности, такой вредитель, который был в этом году у меня на смородине много, как огневка. Ну вот, и третий плюс от вот этого позднеосеннего внесения органики в почву, это то, что корни не замерзнут. Это же утеплитель, как утеплитель работает. Кстати, об утеплителях. Если у Ларисы Игоревны кокос, из кокосового субстрата круги, которые можно класть вокруг деревьев и кустарников. Кстати, есть сейчас слово, какой информацией она с нами поделится. Жигулевские удобрения от производителя можно приобрести, а также оформить доставку в городе Жигулевске на улице Гидростроителей 19. Справки по телефону 927-026-0045, 917-827-72-88 и 961-390-09-41. Здравствуйте, друзья! В нашем ассортименте семян серьезные пополнения. И опять сплошные деликатесы. Кое-что в этом сезоне нам удалось вырастить. Вкус овощей незабываемый. На выставке в Тольятти у нас была огромная очередь только за японскими семенами. Начну с самого вкусного, с дыней. Анамакс. Очень ранний крупноплодный гибрид. Мякоть сочная и сахарная. Вкус один в один ананас. А взгляните на далматин. Похоже на шкуру известной собаки. С великолепным вкусом и, главное, с длительным послевкусием. Поговорим про огурчики. Овсар. Был такой восточный принц. Огурчик нежный, плодовитый, очень хрустящий. В этом году меня все лето кормил. А вот адзиикаку, в переводе с японского «сахарные рожки», вкус и форма полностью оправдывают свое название. Невозможно не сказать о томатах. Генерал. Этим все сказано. Большое, мощное растение, стебель до 5 сантиметров толщиной, кисть до 1,5 килограммов. Плодов много, ну очень много. Барсотто. Заказан нами специально по просьбам покупателей. Один из лучших биф-томатов. В завершении о салатах. Слоу-болтер. Крупный качан с хрустящим нежным вкусом. Сверхустойчив к стрелкованию. Возможно, 2 севооборота. И капуста пекинская джаз. Крупный плотный качан. Наиболее сладкий среди собратьев. Уверена, новинки вам тоже понравятся. И будут оценены по достоинству. Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, М-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания рассады. Телефоны для справок 9-545-165-2-252-305. Внимание, на работу требуется продавец. Многие дачники спрашивают, что с виноградом. Давно его уже закопали землей, земля мокрая. Но плохо, подопреть можешь ноябрь-то. Вон какое тепло, еще неизвестно, что будет в декабре месяце. Мой гуляет. Я его закрыла лапником, я вам показывала. Потом сверху вот поставила поликарбонат. Туда уже дожди не проходят. Тем более, что он у меня, видите, накрыт еще. Тоже поликарбонатом сделала конек. Это от града. Потому что 2 года назад городобой был в Ширяеве, и у меня посекло ягоду у винограда, а теперь красота-то какая. Мало того, пойдет град или холод по весне, мороз вдарит. Я прям сюда спанбонд вот так пропускаю под крышу, и там тепло на солнышке, и ночью нет мороза. Понимаете, как это важно? Пока виноград гуляет, как будет морозно, вот припасен уже спанбонд, я сейчас накрою уже это все 2-3 слоями спанбонда номер 60. А торцы пока пусть остаются открытыми, чтобы там все проветривалось. И вот на что хочу обратить внимание. 2 недели назад, когда укрывал виноград, вам показывал, положила мор сюда. Вы видите, что творится? То уже съели? Так сколько же их? А еще холодов нет, когда пойдет основной поход мышей.
А там идеальные условия для зимовки. Тепло, сухо, красота. И еда есть в виде виноградной лозы. Снова приходится раскладывать мор. Ну не отдавать же все это мышам. Так, положите мор кругом, возле каждого дерева, возле каждого куста смородины ли. Разложите. В теплице обязательно. Там столько устраивают они ходов. Будь здоров, я первый год не знала здесь. От запаха мышей в теплицу не хотелось войти. На чем занимается садовый центр Веры Глуховой, узнаем лично от Веры Викторовны. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам, а также жидкий биогумус и, внимание, новинка «Экогрунт» можно заказать в Самаре по телефону 972 70 95. Здравствуйте, дорогие друзья! Остались последние работы в саду, и мы снова на моей даче. Я хочу сегодня рассказать и показать, как мы готовим весь участок к зиме. И, конечно, мы начинаем вот с этих роз. Посмотрите, их у меня около 150 штук. Обрезку уже небольшую сделали, но можно кое-что еще подправить. Оставляйте 7 почек снизу, можете посчитать. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Но, в принципе, можно оставить. Это еще на весну. Ничего страшного здесь нет. Как мы их укрываем на зиму? Видите, уже растения окучили. Взяли ту землю, которая у нас есть, и вот просто окучили корневую систему, закрыли землей. И добавим нейтральный торф. Сверху насыпали вот такой вот горкой. И уже точно тогда растения хорошо перезимуют. Но мы таким образом не оставляем. И возьмем спанбонд. Спанбондом пока укрывать не будем, мы просто сегодня покажем. Здесь 60-ка. Посмотрите. Вот этой 60-кой мы обычно закрываем одним слоем. И поставим дуги еще, чтобы зимой не переломал снег вот эти ветки. А в принципе, в прошлом году очень хорошо перезимовали все розы. Но прошлая зима была нестандартная, очень теплая. И поэтому мы подстрахуемся в любом случае. Вот уже окучили. Видите, корни уже закрыли. Именно места прививки. Пока плюсовая температура. Пусть розы потихоньку привыкают к холоду. И когда будет от минус 2 до минус 5 градусов, мы насыпем торф и укроем уже эти розы. Будем ждать весны. Вот посмотрите, у меня в руках японский секатор. Но японские секаторы очень редко можно найти. В Самаре я это привозила из выставки. Но мы еще в садовом центре пользуемся бергеровскими секаторами. На сегодняшний день вот этот немецкий секатор, он самый лучший. Главное, чтобы ножи были острые. Не надо пережимать, чтобы быстро перерезали и срез был ровный, хороший. Пользуйтесь хорошим секатором и обязательно секаторы нужно точить. Сегодня обсуждали, что же делать с этими плетистыми розами. Они у нас на сетке. Аккуратно придется сетку снять, положить. И сверху точно так же укрываем просто спанбондом. Вот, посмотрите, одна роза. Вот как она сильно разрослась. Красиво цвела летом белыми цветами. А вот это место тоже укроем нейтральным торфом. И все, спускаем сетку. И весной снова поднимаем и вешаем. Вот эти розы цвели такими желтыми красивыми цветами. Очень нежные плети. Я каждый год вот эти арки убираю на зиму. Специально их посадила в большие контейнеры. Видите, этот контейнер вытаскивается и просто укладывается. Таким образом растения зимуют. А весной мы их снова привозим, ставим, и они уже начинают цвести. Хорошо, что вот этот каркас в середине, он разъединяется. И получается два разных растения, которые мы укладываем на зиму. Посадки по деревьям мы продолжаем, пока земля не замерзла. В этом году мы планируем даже зимние посадки крупномеров. Единственное, для этого нужно будет яму заготовить заранее. И, конечно, в садовом центре вы можете приобрести все для защиты растений. Это и побелку садовую, медьсодержащие препараты. Все, что нужно для растений. Мы желаем вам красивого, здорового, цветущего сада. Обязательно защитите ваш сад поздней осенью и ранней весной. Садовый центр Веры Глуховой предлагает посетить площадки с саженцами плодовых и декоративных культур. Внимание, скидка 30% на все декоративные растения.